пришло время бояться. Этой ночью тебе будет действительно страшно и бугагашно. Впервые на канале антология русского хоррора «Красный состав». Сериал, один сезон, 2022 года. Это Grad Review, и это будет по-настоящему пугающие рассказы. Вурдулаки, призраки и гробовщики. Сборник пугающих мультфильмов по русской классике. Ну, ребята, это блестяще. Это что-то интересное и необычное. Один сезон, и поверьте, вам захочется еще. 6 серий пролетят, заметишь, просто незаметно. Премьера в России состоялась 16 февраля 2023 и цифровой релиз 16 февраля 2023 more.tv и Кинопоиск. Время приблизительное 20 минут, где-то по 15, где-то по 10, но тем не менее. Режиссеры: Алексей Климов, Любомир Асов, Джим Брайсон. Ну, как видите, здесь разный состав. Страна Канада, Молдова, вот так вот. В зарубежном формате озвучивали Лоуренс Бэйн, Алисия Ричардсон, Карла Рота, Кевин Ханчард и другие. Ну а у нас наши любимые дублеры — это Михаил Хрусталев, Михаил Тихонов, Александр Новиков, Татьяна Абрамова, Ольга Зубкова и другие 21 актер. 6 страшных историй. В холодном Петрограде революционер знакомится с дочерью Крысолова и вступает в схватку с демоническими крысами. Дворянин сталкивается с вурдалаками. Журналист в поисках правды отправляется в антиутопичную Москву, в загадочную глубинку. Мальчик застревает в киберпространстве, виртуальные очки, купившиеся на обещание коварного майнера. Майнеры — это своего рода такие вирусы. Бравый князь с дружиной везет пойманную ведьму через проклятый тоннель. И гробовщик из деревни открывает бизнес в Москве. Ну, честно скажу, мне понравилось 3. Вот именно 3 из 6 мультфильмов. Может быть, кому-то, каждому свое. Семья Вурдулака второй. Мажорова ничего себе. И, наверное, всего... Нет, даже, наверное, 4, да? Вот гробовщик очень, прямо вот хорош, очень страшный. Очень хорошо, прямо. И про вурдулаков тоже не забыли. Друзья, фильм получает 8 баллов. Очень-очень хорошо. Мы ждем продолжения. Надеемся, будет эта серия продолжать. Этот мини-сериал. И будет действительно интересно наблюдать за событиями. Антология русского хоррора «Красный состав» 2022 года. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Grad Review в Яндекс.Зен. Будем благодарны любой денежке, помощи автору Донат Алерт. И... Welcome back.